слово. Вот. И читайте. То есть вы старайтесь, кроме таких полезных слов, как ля, иляха, илля-ла, еще и применять Аллах Ахмад. И еще про одну вещь я хотел сказать. Ну, вы, наверное, слышали про такое, про мусульманское войско. Ну, у нас мусульмане воевали, конечно, за религию, шахиды, то они тоже шли в атаку с криками слова. Это был клич тоже, Аллаху Акбар. Если, например, там...